Друзья, здравствуйте! Информационный блок от Славянской Церкви Адвентистов Седьмого Дня здесь, в городе Сакраменто. Как всегда, несколько слов о жизни и служении нашей общины. В эту субботу проповедует пастор Александр Ханчевский. Мы услышим очередную проповедь из цикла о деянии апостолов, поэтому, пожалуйста, не пропустите это служение, будет очень и очень интересно. Вечером в 5 п.м. семейный отдел приглашает семьи, которые прожили вместе от 31 до 40 лет совместной жизни. Поэтому, друзья, все, кто имеет такой солидный опыт семейной жизни, не пропустите эту встречу. Будет очень интересно, как всегда, интересные темы, дискуссии, приятное общение, новые друзья, знакомства. Мы очень рады будем, если вы не пропустите эту встречу семейного отдела. Повторю, это будет суббота, 5 часов вечера, тут в малом зале в нашей церкви. В понедельник, 13 мая, в 7 часов вечера, состоится очередная встреча Совета Церкви. Если у вас есть какие-то вопросы, которые вы хотели бы, чтобы мы обсудили на этой встрече, пожалуйста, обращайтесь ко мне или к другому любому члену Совета нашей общины. 18 мая у нас будет служение в Хоффман Парке. Мы планируем очень интересную встречу. Кроме того, что вот там будет утреннее служение, у нас будет крещение, потом у нас будет общий обед, после этого у нас будет семейная программа для родителей с детьми, так что будет очень и очень интересно. Это тоже чудесная возможность в такой неформальной обстановке познакомиться ближе друг с другом. Поэтому, друзья, мы будем очень рады, если вы не пропустите эту встречу. Я знаю, что наш отдел кухни, женский отдел, которые будут нести ответственность за подготовку общего обеда, они еще обратятся к сестрам нашей церкви для того, чтобы сказать, каким наилучшим образом вы можете нам помочь для того, чтобы подготовить этот общий обед. Так что будьте внимательны, если вы получите какое-то сообщение, сразу на него реагируйте, потому что вы нам очень и очень нужны в организации этого особенного служения. Уже 7 июня начинается мужской кемпинг нашей церкви. Это будет, как я уже говорил в прошлый раз, открытие сезона кемпингов нашей общины. А с 27 по 30 июня будет кемпинг семейного отдела. Мы заканчиваем подготовку электронной формы для регистрации. Я очень надеюсь, что или к концу этой недели, или в начале следующей недели эта форма уже будет. Поэтому будьте готовы, у вас будет возможность уже зарегистрироваться на мужской или семейный, или на оба этих кемпинга. Вся информация будет там при регистрации. Хочу опять напомнить, что нам нужны гости на программу «Молитва, передвигающая горы». Друзья, я хочу сказать больше. Мне кажется, что эта программа и вам очень нужна. И возможность поделиться опытом с Богом, он очень важен для нас, засвидетельствовать о том, как Бог работает в нашей жизни. Поэтому, пожалуйста, не стесняйтесь. Мы сделаем все для того, чтобы вы чувствовали себя комфортно. Если вы очень переживаете о прямом эфире, мы можем записать эту программу с вами вне прямого эфира. Так что, друзья, обращайтесь. Мой номер телефона 916-254-8182, и мы будем очень рады видеть вас на этой программе вместе с вашим молитвенным опытом. Хочу попросить вас и дальше, чтобы вы молились за нашего брата Олега Колбача. Мы и дальше молимся за ситуацию в Украине, на Ближнем Востоке, и вообще за то, чтобы мир воцарился в этом мире, насколько это возможно при всех этих обстоятельствах. Ну и, конечно же, мы не перестаем молиться о том, чтобы Христос как можно раньше вернулся на эту землю, чтобы этим бедам, горю, несчастью уже пришел конец. Но для этого мы понимаем, что проповедь Евангелия должна звучать как можно шире. Поэтому, если вы можете, несите то есть Евангелие людям, которые вас окружают. Если вы можете это делать физически. Если вы не можете это делать физически, делайте это виртуально. Программы христианские, передачи разные. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на эти программы. Это помогает распространять весь Евангелие все больше и больше тем, кто пользуется сетью YouTube или другими соцсетями. Это один из методов евангельского служения, который сегодня мы можем совершать в этом мире. Поэтому присоединяйтесь, не будьте пассивны. В заключение хочу прочитать текст из Священного Писания. Это Псалом 129, с 5 по 7 стихи. «С нетерпением ожидаю я Господа, всей душою своей ожидаю Его, на Слово Его уповая. Душа моя с томлением ожидает Господа, ожидает более, чем стражи ночи, рассвета, чем стражи утра ожидают. Израиль, уповай на Господа, ибо у Господа любовь неизменная, и Он всегда готов на щедрый выкуп».
Пускай наше желание встретиться с Господом, оно будет таким же горячим, как вот это описывает Давид в этом псалме. Я верю, что Божья милость, она и дальше проявляется в нашей жизни. И это будет невероятное событие, когда мы сможем встретиться, в конце концов, вот так, без каких-то разделений, с нашим дорогим Отцом и Спасителем. Поэтому, друзья, Божьих вам благословений, веры, надежды в вашей жизни, благополучия, успеха. Пускай Бог хранит и поддерживает вас своей рукой. До встречи на наших служениях уже в эту субботу.